Третий этап – это непосредственно само внедрение процессов и его измерение. То есть мы должны то, что мы запланировали на втором этапе, внедрить это в жизнь организации и проводить измерения, постоянный мониторинг этих процессов. И следующий процесс, а вернее этап, это анализ процесса. На основании полученных данных по измерению, желательно, чтобы это были какие-то количественные данные. Если они есть, то можно использовать различные статистические методы для анализа процесса. Есть различные стандарты, как национальные, так и международные, которые могут очень помочь при проведении анализа процесса. На основании анализа мы уже будем проводить какие-то корректирующие действия, проводить улучшение процесса. Это как раз вот последний этап, который рекомендуют стандарт ISO 9000, серия 9000. Последний этап – это корректирующие действия и улучшение процесса. И заново на повтор. То есть опять планируем, делаем, проверяем и действуем.